книга Санлайта «Формула денег. Практическое руководство» от издателя. Страница 5. Миллионы страдают из-за бедности, тысячи страдают из-за богатства. Большинство бедных людей стремятся выбраться из унизительной бедности и достичь процветания, но не ведают об истинной природе энергии денег. Многие из богатых уничтожают себя своим богатством и не ведают об основных законах энергии изобилия. Каждый может почувствовать энергию денег, оказывающую сильное влияние на человека, на историю, на народы. Как могущественна эта энергия, как разрушительна и созидательна. Она притягивает и устрашает. Ее можно называть по-разному. Информационное поле, аура социального тела человечества, энергетический поток. Но суть в том, что она действует на индивидуальное и коллективное сознание. Это действие можно наблюдать, анализировать, изучать. А это значит, что сознание может взаимодействовать с этим полем, воздействуя на него, корректируя его. В древности, в Египте, Китае, Индии существовали различные мистерии и традиции, разработавшие действенные методы взаимодействия с этим полем. Знание древних традиций дошло и до нашего времени благодаря непрерывной цепи преемственности посвященных. И их можно обнаружить в учениях некоторых восточных и западных тайных школ. Это и храм Соломона в Иерусалиме, Тантра Махараджи в Индии, Орден рыцарей изобилия в Западной Европе и Солнечный ветер в США. Санлайт, автор данной книги, пройдя обучение в таких школах и получив инициацию в различные техники, был уполномочен на широкое распространение методов привлечения энергии изобилия. Он успешно осуществляет порученную ему миссию, проводит тренинги, выпускает книги, создает центры. Руководители многих крупнейших компаний обращаются к нему и его ученикам за консультациями по вопросам мотивации успеха, финансового прогнозирования и этики бизнеса. Но основная задача, которую ставит перед собой Санлайт, состоит в том, чтобы помочь как можно большему количеству людей преодолеть деструктивные программы и отрицательные установки, мешающие обрести то, к чему мы все действительно стремимся – любовь, счастье, вдохновение, творчество, богатство, мир и гармония. Благодаря его курсу «Алхимия изобилия», состоящему из нескольких ступеней, тысячи людей, находящихся в состоянии тревоги и замешательства, обрели силу и идеалы, помогающие достичь процветания, успеха и самореализации. В алхимию изобилия входят техники по использованию ума, чувств, воображения, стихий, солнца, музыки, слова для создания того, что мы хотим получить в своей жизни. Например, все используют творческую силу воображения каждодневно, ежесекундно. Мы можем не осознавать могущество воображения, но все, что с нами происходит, результат этой силы, или точнее, результат неосознания этой силы. Слишком бессознательно мы используем силу воображения, или лучше сказать, другие использовали. Из-за собственных глубоко укоренившихся представлений о жизни мы автоматически ожидаем, что неудачи, трудности, несчастья и проблемы станут преследовать нас всю жизнь. И такие представления, как психические вирусы, как программы разрушения, распространяются повсеместно. В этой книге, дающей посвящение в алхимию изобилия, приводятся формулы, большая часть которых была открыта царю Соломону египетскими жрецами. Формулы насыщены огромной
семантической энергии, сравнимой с энергией мантр и ведущих к внутренней трансформации. Действенность формул проведена, проверена на протяжении долгого времени опытом тысяч людей, достигших благодаря им процветания и успеха. Для многих они стали источником воодушевления, силы и света на пути к счастью, изобилию и любви. Введение. Алхимия изобилия. Формирование сознания изобилия – это семя, из которого произрастает полнота изобилия, охватывающая все сферы человеческой деятельности. Сознание изобилия дает вам возможность действовать легко, без напряжения, с комфортом, независимо от внешних условий. Энергия изобилия, наполняющая ваше сознание, создает вам условия, при которых возможно проявление изобилия. Эта энергия приносит богатство и умножает богатство. Формула преображения из книги Санлайта «Формула денег». Любовь дарует мне успех. Я чудо вселенной, я достояние мира, я дар Божий. В моих глазах свет, в моем сознании изобилие, моя жизнь праздник, сердце мое любовь. Отрывки из книги «Формула денег» Санлайта читала Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Творческая студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин.